Так, і знаєте, тим часом все більше і більше зараз лунає якихось висловлювань стосовно самої політичної системи, яка діє у нашого ворога, ну, що звідти, мовляв, всі проблеми, і її демонтаж, він певним чином вплине і на нашу подальшу долю, і якось допоможе нам вирішити оці всі питання із загрозою постійною з боку Росії. Що ви про це думаєте? Ну, це на рівні навіть як з президентів зараз лунає таке. Очень хороший вопрос, очень хороший посыл. Дело в том, что в Советском Союзе жизнь миллионов людей, то есть их звания, продвижение по службе, награды, пенсии, зарплаты, они зависели от войн. То есть советские тоталитарные институции, там спецслужбы, армия, ВПК, они включали миллионы, может быть, даже десятки миллионов людей. Если войны нет, они не нужны. Если угрозы войны нет, они не нужны. И все эти институции с центра Москвы перекочевали в Российскую Федерацию. Со временем они захватили власть в стране, причем захватила самая такая циничная тоталитарная часть, связанная со спецслужбом, с КГБ, с тайной полицией, со слежкой, с убийствами, терактами. Причем президент России когда-то у одного из своих командиров на дне рождения так сказал: докладываю, задание выполнено, власть в России там захвачена, получена. Я думаю, что если мы один раз, а если мы возьмем глубже историю и не один раз увидели, когда власть в Москве захватывает тоталитарные институции, это приводит к новым войнам, к новым конфликтам, к новым репрессиям, к новым ограничениям свобод. Если мы это видели раньше, наверное, обратное тоже верно. Если демонтировать тоталитарные институции в Москве, количество войн должно резко снизиться. Если переучить вот эти миллионы людей, люстрировать, не давать им занимать политические там, командные должности в госуправлении, вот, переучить их на мирные профессии, да, скорее всего, количество войн будет меньше, и мы будем спать спокойно. Угу. Так, ну і от з останніх подібних заяв, зокрема, лунали від екс-президента Польщі, лауреата Нобелівської премії миру Леха Валенси. Він казав про те, що змінити систему чи організувати повстання народів у РФ треба, за його словами. У Росії зараз живе понад 60 народів. Їх поглинули так само, як зараз поглинають сьогодні українців. Політик вважає, що необхідно звільнити країну, інакше нинішня ситуація повториться через якийсь час. Щоб уникнути такого сценарію, там має змінитися політична система. Ще один варіант – це зменшити кількість громадян із 144 до 50 мільйонів осіб, роздробивши РФ на дрібніші держави. От, ну, фактично, це про те, що ми з вами говорили, ну, але вже такий конкретний приклад. Ну, теж, наскільки це, скажімо так, реалістично, знаєте, по-друге, їх же там якраз от пропаганди тим і лякають. Мовляв, руками українців зараз воює з Росією НАТО, бо НАТО хотіло розчленувати Росію. От як з цим бути? Смотрите, Валенси говорить, ісходя з собственного політичного опыта. Я когда стажировался в Польше и задавал авторам польских реформ вопрос, вот у них же был профсоюз «Солидарность», реальный профсоюз, у них была профсоюзная касса, и когда там был военный переворот, их посадили в тюрьму, я спросил, куда вы дели профсоюзную кассу? Они ответили, как, куда? В церковь, конечно. В современной России нет независимых от государства профсоюзов, нет независимых государства церкви. Нет вот этой вот самоорганизации низовой населения. Поэтому я не уверен, что предложения Валенсы, которые работали в Польше, подойдут для вот той России, которую мы наблюдаем сейчас. Не уверен. Но, значит, надо искать другие решения. Мы не можем жить рядом со страной, которая воюет со всеми демократиями, не только с Украиной. Если мы посмотрим там на карту СССР, во всех странах, в которых власть меняется на выборах, во всех постсоветских странах, в разное время были обнаружены фашисты, нацисты, националисты. Туда пришли российские войска и начались военные конфликты. Во всех странах СНГ, где власть меняется на выборах, созданы на границах этих стран зоны локальных конфликтов с участием российских военнослужащих.
Это просто статистика уже. Для того, чтобы изменить эту статистику, нужно что-то изменить в России. Что мы примерно говорили, когда говорили о тоталитарных институтах? Как? Не знаю. Но предложение Валенсии не уверен, что будет работать. Угу. Так, ну а загалом, чи зараз, наскільки взагалі можуть політики робити заяви про ось таке, ось таку зміну? Ну це фактично що? Може бути сприйнято як заклик до чого? До якогось, я не знаю, внутрішньодержавного перевороту чи що? Чи ці республіки, які зараз ходять до Російської Федерації, вони мають дійсно право на самовизначення? І зараз слушний час, аби ним скористатися? Давайте объективно. Ни Украина, ни любая другая страна не может оккупировать крупнейшую ядерную державу. То есть физически войсками ее захватить. Так, про оккупацию, что-то я так разумею, не идется. Тут идется про то, что... Я сейчас про оккупацию, а про денацификацию. Значит, это придется делать каким-то образом самим россиян. Сумеют они это сделать в одной стране, либо это будет какая-то децентрализация, это будет много стран. Украину интересует не это, это внутреннее дело России. Украину интересует, чтобы на ее границах были демократии. Все семь стран на ее границах были демократические. Будет это целиком Россия или это будет какая-то там Смоленская республика на границах Украины. Нам, честно говоря, все равно. Это их внутреннее дело. Но нам важно, чтобы это были демократии. С демократией с нами не воюют. Автократии с нами воюют. Ну вот так получается.